Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска, двигатель 1.5 механика, пробег на автомобиле 168 тысяч километров. На этом автомобиле я сегодня заменю рулевые наконечники. Для этого я поднимаю автомобиль и снимаю оба колеса. Поднял автомобиль. Ох, сколько грязи здесь. Вот, хочу наконечник показать. Вот так он стучит и болтается. Ослабляю контрагайку. Контрагайка здесь на 22. И откручиваем головкой на 17 наконечник. Я всегда снимаю с съемниками. А сейчас решил отбить молотком. Здесь удобно подлезть, поэтому 2-3 хлестких удара в цапфу, на которую одевается наконечник, и наконечник у нас отойдет. Запыльник я не боюсь, потому что я его буду выкидывать, поэтому пробью, не пробью, какая разница. Вот и все. Откручиваем наконечник. Наконечник у нас мертвый. Смажу сразу резьбу. Беру новый наконечник. Наконечник фирмы CTR CEKH7. Он что левая, что правая сторона, они одинаковые. И накручиваю его на место. Снимаю гайку. Также смажу резьбу. Устанавливаем его в цапфу. И наживляем. А новая гайка уже на 19. Да. А теперь контрагаем гайку. Все. Наконечник меняется быстро. Но развал, здесь вернее не развал, а схождение лучше всего проверить.
Идем, меняем со второй стороны. Со второй стороны я тоже заменил. Также установил новый наконечник. Сам процесс быстрый. Показывать его уже не показывал. На этом все. Замена рулевых наконечников я закончил. Всего вам доброго.